Мама. Всем привет. Мы продолжаем наш закупыш. Вы на канале «Наша жизнь в Америке». Короче, первый дубль сломался, переснимать не будем. New life, it's my life. И, как вы видите, мы всем семейством идем в Smart and Final. Детей забрали со школы. Я смотрю, они очень довольны. Антоша до сих пор в розовых очках. Кто там любит говорить, снимите розовые очки. Так вот, мы их не одевали. Мы просто в них живем. Все, идем в Smart and Final. Ну, сразу мы навалились на сладости. Значит, что мы зацепили? Донатсы, которые 3,99 цена пополам. Потом вот такой вот микс. Тут медвежья лапка, ушко. И два таких вот вкусненьких пирожка. 3,49 пополам. И вот такие замечательные ушки. $5 упаковочка пополам. Все, и сейчас мы двигаем, наверное, за напитками. Да, Сашка? Пошли брать напитосы. А еще я знаю, что нам надо ветчинка. Я знаю даже, где она лежит. Поэтому пока мама с Катаринкой заняты, мы пойдем еще, может, и ветчинку зацепим. Ну, а то у нас все есть. Мы сейчас покупаем продукты для поездки. А ветчинка у нас бывает вот здесь. И сегодня ветчинки нет. К сожалению, идем, Сашка, за напитками. Двигаемся. Двигаемся за напитками. Да. Пойдем попробуем. Пошли. Возьми, попробуем тоже. Антоша сегодня пробует. Опа. Thank you. Антоша пробует любимые свои суши. Так, ну что, идем к напитке. Ну что, есть можно? Опа, не туда зашли, напитки наши в другом отделе. Да, я пойду. О, блин. Что, блин? Нет. Нельзя есть? Почему? Спайси. Нам это не подходит. Ты же знаешь, какую мы пьем. Нам надо вот это. Мы получим большой или капли? Нет, мы получим в баночках. По 4,99. Давай закидывай две упаковочки. Я сейчас вот сюда скину. Тебе не тяжело, малыш? Тяжело. Антоша, помогай быстрее. Ой, давай другую, это какая-то вся липкая и драная. Давай целую возьмем. Давай. Нагружай. Один. Карабасик. И еще один такой же. Нет. Снизу возьми или сверху, да? А что это за зеленая такая интересная? Я не знаю, это просто обычная Coca-Cola Pop. Только она зеленая. И модные бутылочки. Поехали. Так, поехали, нас мама ждет в помидорах. Так, колу затарили. Выдвигаемся на помидоры. Вон, наши девочки гуляют уже. Катарина уже зацепила свои любимые мандарины. У Катарины шорты под цвет мандаринов? Мы зацепили мандарины. Почем мандарины? 4,99. Отлично. 49. Закидывай. 4,49 за ЛБ? За пакет. Здесь два, один. Три ЛБ. 4,49, 3 ЛБ мандаринки. Поехали за помидорками. Мы сладости взяли. А не было моей вкусной сладости? Твоей вкусной сладости не было. Тебе не повезло. Тут консервами угощают. Антоша уже суши покушал. Но тетенька раздавала не очень так, знаешь. Там лежало аж два кусочка, и она раздавала их, в общем, как будто мы к ней домой пришли. Поэтому раздали не всем. Сашка, подожди, мама переборку сделает.
Помидорную разборку, помидорку. Я вот эти, наверное. Ну что, помидоры? Я вот эти возьму, да. Порезать? Ага. Так, вы думаете, чтобы они не упали на... На двух напитках хватит, да? Ты хочешь больше взять? Ну, я Саше еще говорила, мы возьмем какой-нибудь апельсиновый. Ну, давай мы в бутылке возьмем. Так давай возьмем большой апельсиновый. Там, ну, уже авокадо нам, Зайка, есть авокадо с собой пару штук? Это хорошая цена. Да? Пойдем посмотрим их. Постойте здесь и тут, мы сейчас посмотрим авокадо. 15 штук, $11. Это получается... Там должно быть написано, сколько. Не написано, каждый. Написано, что каждый. Нет. Блин, ты знаешь, Зайка, они все мягкие. Будешь есть. Не будем брать. Да. Съедим то, что есть, а уже по приезду переживем пару дней без авокадо, да? Пойдем, ветчины нету. А через вот эти вот вы проходили, может быть, давай посмотрим здесь, здесь бургеры или митболы. Нет, ну Сашка ж митболы. Но или бургеры. Или бургеры. А, мы бургеры взяли, но у нас. А сыра у нас хватает? Нет, сыра у нас немного. У нас. Так а что ж мы сыр не взяли в костке? Ой, ну видишь, какие-то не собранные мы, что ли. Выйди с этой стороны, пожалуйста. Вот это. Короче, мы выбираем сыр. Давай, Зайка, цыкай. Такой сырок, получается, он будет стоить 12,59. Смотрим его дома, мы просто вспомнили, что у нас мало сыра, и в костке, получается, не купили. Ну и что, куда дальше двигаем? Что? За напитушком еще, может быть, нам тогда здесь еще купить именно бургеры, посмотрели сами, ну, само мясо. А как мы его готовить будем? Ну, пойдем возьмем напиток и посмотрим бургер. Кстати, пока мы толкались в напитках, я увидел чипсы, смотрите, 2,25 цена. Это те чипсы, которые мы в магазине «Доллар» покупали за 99 центов. Кто видел наши влоги, тот их сразу узнал. Кто не видел, сходите, проверьте. И нам задавали вопрос, чем отличаются одинаковые товары, купленные в одном магазине или в другом. Вот абсолютно ничем не отличаются. Вот вы можете посмотреть влог под названием там что-то 99 центов, по-моему, «Сладкая жизнь». Вот точно эти чипсы, мы делали их распаковку, все ингредиенты, все то же самое, только это магазин Smart & Final, и здесь чипсы стоят 2,25, а в центах они стоят 99 центов. Вот, и еще мы зацепили вот такие вот напитосы, это Pepsi, две упаковочки, и Crush. Ну, в общем, от той же компании. Потому что они на сейлике. Если берешь 3 упаковочки, платишь $12. По $4. А если берешь одну, 5,99. Поэтому мы решили, ну, дома не пропадет. Сколько надо, возьмем с собой. А сколько не надо, останется дома. Может, да, Антошка? Потом... Мы плавно перенеслись 99 центов. И идем. Вот такой идем. За нудлсами, так мы же решили, 15. Берем просто куриную. А сколько в коробке? А я не знаю, посчитай. Давай посчитаем. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Бери еще один и пап. Все. Счастливое лицо. Лицо счастливого обладателя. Я представляю комментарий. 20 нудлсов. Вау. Где написано, что это нудлс? Я не знаю. Это Саша такой. Ну, в общем, Саша знает, что это нужно. Это Рома. Так, а мы... Что ты зайка? Может, еще креветочных каких-нибудь? Ой, да ну что ты? Себе. А ну вот, Шрим, давай возьмем, Зайка, может, пару этих самых. Давай две курицы Рома поменяем на две креветки. Его называют Рома. 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 А почему Саша говорит нудлсы?
Я, к сожалению, не знаю. Ну, мы даже берем. Так, ну что, дальше? Лапулик сюда. Оливки нужно пойти взять. А, кстати, я только что показывал чипсы. Сейчас пойду покажу их здесь за доллар. Которые стоят с Марса 2,95 или 2,25. Да. Вафельки. Вафельки. Ой. Ну, одна идет. Дома рассмотрим ее. Кидаем, Тоша. Окей. Будем сегодня опять по сладостям пройдемся. Шоколадные, это вкусно. А ореховых там не было, что не заметил? Так, пойдем посмотрим те чипсы. Я, Антоша, в чипсы. Так. Ну вот есть Принглс, если вы обращали внимание. Там рядом стояли, тоже больше доллара они стоили. А тех, к сожалению, я не вижу. Их было здесь немного, они не постоянно здесь были, и, в общем, их здесь нет. Вот. Да, нету. А хотелось для сравнения показать. Ну ладно, в другой раз, может быть. Так, вон Шаста стоит, которую Катаринка хотела. Она точно такая же. Наша дочь захотела вот такую вот Шасту клубничную. Возьмем ей одну бутылочку. Опа. Так, мама затарилась оливками. И куда идем? Двигаем дальше? Поехали. Зайка, может тебе водички взять этой газ-вода? Которая... Так, я еще с собой зацеплю вот таких вот. Вещи. Тоша, пополним запасы. Ты, может, еще чего-нибудь хочешь? Чего-то такого особенного, я не знаю. Есть пожелание? Я бы мог пройтись на лейс-классе. Так сходи, пройдись. Сейчас прям. Вон, я взял для тебя бутылочку. А Саша где? Спасибо. Катарина, где Саша? Саша, почему он один? Давай бегом за ним. И не оставляй его. Я взяла три огурчика. Три огурчика? А почему у нас огурчики? 99. Штучка? А куда Антоша взял? Подожди, давай Антоша. По лейсам пройтись, наверное, Антоша найдется. Салат с собой не берем. Нет, салат не берем. А бананов можно взять. Я не хочу, но чайчик, который именно. Он хорошо, он не доверяет. А он нам нужен? Отдохнем от него немножко. Не берем, зайка, отдохнем. А что вот у нас здесь вот с этими? Смотри, танжерина. Танжерина мандарина. Почем это? Не хочешь взять здесь? Сколько у нас тут? Не вижу вес. Возьмем. Возьмем это. Надо бананы посмотреть. Что? Ну. Бананы будут зреть, пока мы будем ехать. Ой. Давай пакетик, да. Так, бананов две веточки. Хорошо. Тоже покажи свои голубые глаза. Я сияю брейн. Ну давай, что там у нас, зайка? Итак. Так. Мы закончили. Казначей. Давай. Да. Да. Отжигай. В Smart & Final мы потратили $53.39. А в 99 центах мы потратили $23. Да. И что самое прикольное, Ролтон 5 штук на 99 центов. Так что можно жить, в принципе. Ой, кот! Я же представляю комментарии. Ну все, в общем, поездки готовы. Давай с тобой поспорим, что этот Ролтон побьет рекорд коричневой кофточки.
Ну или с этой старой стриптизершей. Что? Так, в общем, все, встретимся на распаковке. Вы были на канале «Наша жизнь в Америке», «New Life is My Life». Все, увидимся на распаковке. Всем хорошего дня, хорошего настроения. Пока-пока. И как ты там говорила, надо говорить. Берегите себя и свет близко. Все, увидимся. Бай-бай.